Друзья, привет! С вами снова EpicBoardShop.ru. Сегодня в обзоре у нас замечательные лонги от компании Arbor. И в руках у нас модель, которая называется Rayleigh. Это рыбка длиной 32 дюйма. Это смело можно уже назвать лонгбордом. Несмотря на то, что у этой модели нету киктейлов или ноуса и достаточно слабый конкейв, эта доска идеально подойдет для карвинга. В силу своего размера она достаточно компактная, маневренная. 7 слоев канадского клена обеспечат очень хорошее чувство доски, передачи энергии. Подвески здесь уже стоят Paris Reverse Kingpin, которые идеально подойдут для катания дугами. Они очень маневренные, очень удобные. При определенной регулировке они стабильные. В качестве верхнего ламината здесь у нас используется гавайское дерево Ко. Колеса здесь стоят 65 мм. Это, скажем, такая золотая середина. Это уже не мини-круизер, а еще небольшой какой-то лонг. 78 атмосфер жесткость. Центр сет полный, то есть колесо. А если вы там собираетесь на этом лонге делать какие-то слайды, и оно у вас с одной стороны начнет стираться, вы можете его перевернуть, и у вас, скажем так, будет колесо стираться равномерно. Пятый абок подшипника, достаточно накатистый, хороший, закрытый, опять же, который защищен от песка, грязи, воды. В общем, это полноценный лонг, но при этом он еще остается достаточно компактным, маневренным, удобным. С вами был EpicBoardShop.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!